Хе-хе-хе. Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами проходить таракошку нашу гребаную. В комментариях уже написали, что игрушка превратилась в нудное говно. Короче, 19 уровень у нас, ущелье Прент. Блин, только 19, а их там 30 с чем-то. Ядрить твою мать. Сколько можно, это вообще просто дичайшая уже, да, игрушка просто искусственно затянута. И непонятно, зачем она затянута так была. Ну да ладно. Короче, это... игрушка на ПК там немного задерживается, потому что, блин, выбрал такую игру, ну как выбрал по списку, пошла, что прошел, короче, в одно место, скажем так, а она, блин, там дальше не проходится, сука. Акватория Земли, район добычи с повышенной секретностью, хардрок. Круто, хардрок, это круто. И, короче, игрушка, доходишь до момента и дальше не пускает, потому что жук... там, короче, получается, и не дает дальше пройти. Но я не знаю, если я решу эту проблему, то сегодня видео будет. Если нет, то будет другая игрушка. А я не скажу, какая игрушка там была, так что все. Я мудак. Выйти на маршрут миссии. Блять, охерительное задание у вас так-то. Ой! Так сразу. Блин, что так все резко? Блять, а что-то игруха перестала лагать. Алло, что за херня? А что случилось? А что случилось? Почему игрушка так 40 FPS, 30... Бля, а что так много? Она такая резкая... Вот, нормально. Она резкая такая стала, вообще так все плавно, все быстро. Что за херня? Давай тормозим, блядь, я уже привык к этому. Не нужно работать быстро. Или нормально. Работай криво. Работай в одном диапазоне, окей? А что, куда мне? А, вот сюда. Вот если... вот, я не знаю, как лучше сделать бы было бы. Ну вот смотри, если сделали затянутую такую игрушку, то хотя бы если бы делали эти, как их называют, уровни, да, то хотя бы делали бы их прямолинейными такими какими-то, хотя бы более-менее. А не такими, что ты, блядь, бегаешь полтысячи лет и пытаешься что-то найти. А чуваки, вы что это, слышь? Вы просто так тут? Что у нас тут? Желтая, желтая. Ха-ха, мне их еще нужно и активировать. Вы что, прикалываетесь? А что за прикол? Что ты не разбиваешься? Так, а мне желтая нет. Ну, уже есть. И что нужно сделать? И? Вон туда? Чего делать? В чем прикол? А, секунду. Фух, так, ладно, продолжаем. Немного сбегал, тут срочное дело прям. А что делать? Сейчас. Есть жучки, которые не двигаются. Или мне нужно двигающихся трогать только? Вот тебя, например. О, блядь! Спасибо на 25, молодец, красава. Да вот этого зацепи. Ага, и чё? Так, подожди. Да, блин, разбей ты его, не трогай, подожди. Сейчас нужно разобраться, что да как. Я так понимаю. Так, этот побежал туда, хорошо. Этот бежит сюда, этот бежит по диагонали. Взрывает. А этот куда бежит? Этот центр бежит, да? Так, какая-то головоломка непонятная. Чуть-чуть. Ага. То есть он... А что надо сделать? Подожди. Этот бежит в центр или куда вот этот вот, который центральный?
Нет, этот по диагонали тоже бежит. Хорошо, если мы сейчас возьмем диагонального. И вот этого, куда он побежит дальше? Бежит сюда. Хорошо, насколько мне хватит? Давай вот этого попробуем законнектить. Попробуем вот этого законнектить. Ну, короче, методом тыка, как всегда. Будем работать. Методом гребаного тыка, потому что по-другому здесь не получается. В центр, да? А что нам надо сделать? Нам надо просто всех убить? Или как? А мне желтизна... Так, а почему я... Подожди, а мне желтой-то хватит на всех? Не хватит. На вот эту хватит? Хватило, хорошо. Смотрим. Побежал туда. Центральный остался. А, подожди, как вариант... Как вариант, можно... Вот этот. Вон тот. А, и центральный тоже нужен. Хорошо. Он потом бежит туда. И что произошло? А, разбил, окей, спасибо. Тогда подожди, желтенький. Ты у нас лишненький. Хорошо. Блин, да. Насчет, что я говорил, насчет этого, насчет прямолинейности. Нужно было уже дальше делать более прямолинейные какие-то уровни, чтобы не бегать тут как дебилоиду по полчаса искать там какой-то выход или что-то типа того. Или же нужно было изначально делать такие уровни, чтобы они были подольше, например. Первые, да, такие вот какие-то замудренные, а в конце полегче уровни, потому что, ну реально, она к концу игры уже просто тупо, даже не то, что надоедает, она просто, ну, какая-то становится уже, ну, неиграбельная, нихера, она однообразным вот, вот этим тупыми заданиями, еще и на время есть такие, а ты что, зачем? Я запрыгнул, я красавчик, все дальше. Ну, короче, как-то нужно было это все правильно сделать, а не так криво, как они сделали. Секрет. Если это секрет, значит пошли сюда. Но я, ну знаете, играя в эту игру столько, я думаю, что это не секрет, это уже типа уровень дальше. Потому что здесь секрет, и просто ты нашел какую-то какашку, уже секрет. И это тоже может быть не секрет, это может быть просто уровень дальше, и даже по сюжету. То есть это не секретная сейчас зона. Куда ты лезешь? Сука. Видишь, и так проблемы. Так, хорошо. Нам нужен один... Ну, так, что-то новенькое. Это не работает. Нам нужен один картридж. О, разбивается, в смысле. А как я ту разбил-то? Ой! А! Все? Хватит. Мудозвонил. Тут просто тупо жизни, ну ладно. Да, я же говорю, поначалу игрушка была такая, типа, клевая. Вообще такая прям, я не знаю, вообще. Ну, придраться было реально не к чему. А сейчас, ну, уже такое... такое себе. Че, у тебя ничего нету? Говняшка. Вот это секрет называется, да? Это секретная зона такая, где ничего нету. Прикольно. Ладно, идем дальше. Нам нужны... Какие нам нужны? Леха, я думал, уже все, у меня монитор взорвался.
Да блин, ты чё? Там заставка идет, сука. Ёбаная паскуда. Еще что-то меня ударило. А что еще ударило? А ты чё не атакуешься, блядь? Говношиш. Чё не атакуется? Так, ладно, нормально. Спокойно, не... Не успел еще разбить. Что там невидимое еще ходит? Где ты? Танк! Нихера себе. Он далеко. А, он охраняет картридж, падла. Лучше бы, знаете, что сделали здесь? Вот реально что? Хоть какой-то уровень сделали бы. Вот уровень здесь сколько? 32, да? Ну хотя бы каждый седьмой уровень какой-то босс, мини-босс, что-то... Что-то, блядь, но не это. А чё ты? Подожди ты, блядь. Как к тебе попасть-то? Так, уже, короче, пошли такие уровни, что даже жизни не хватает, потому что они стреляют за хрен знает сколько километров. Бляха, мне-то нужно было в этот, еще выше проехать. Что это? Кнопка. Кнопка для каких херов? Ага. Это клево, но... Ха, тот мне чувак может завалить. Давай, ладно, попробуем сейчас как-то это все быстро сделать. Но это будет очень реально сложно. А! А что ты не попадаешь? Сложно, конечно, сложно. Блять, вот откуда здесь прыгать? Вот я хер его знает. О! Эть! О, сука. Есть картридж, еще три осталось, блин. Найти ближайшее поле интенсивной добычи. Там сзади было, но я его не завалил. А я тут допрыгну реально сейчас? Вот визуально нихера. Ой, спасибо, что ты так сделала. А то обычно всегда назад возвращают, а это прям туда, куда надо. Ну ладно. Да быстрее давай уже. Кто там? Кто там бушует? Кто бушует? Так, это тут, короче, минное поле устроил, падла. Так, а у меня-то синего нету. Алло. Подожди. Так, а синьки-то у меня нет. Ну ладно. И этот невидимый. То есть вы хотите, чтобы я здесь пробежал, да? Разрушить глубинные насосы и собрать генергию. 3, 4. Раз, два, три. Окей. Они не разрушаются. Может, танк может их разрушить? А, в натуре. Спасибо. Так, подожди, вот тут еще. Стреляй сюда. Молодец. И сюда. Молодец. И сюда. И сюда еще говорю, бля. Молодец, спасибо. Да ты, Да перестань. Он бесконечный, да? Ага. Он падла бесконечная.
проломить каменную стену, преграждавшую вам путь к месту сбора, но берегитесь, что что-то большое патрулирует на другой стороне. Ага, все, сдулся. Так, синьки хватает. Ха. Прикольно. Прикольно, прикольно. В смысле энергии не хватает? Какое захватывающее задание, прям. Одолеть королевского паука. Ууу, что-то интересное. Ты все, уже остановился срать? Одолеть королевского паука. Прям королевского, да? Прям с королевы вылез. Где ты? Вот это ты. Это же не королевский. А чё, долго его еще мочить так-то? Или его опять как-то не так нужно бить? А как его бить? Пауками? Так, это ворота вроде. Это выход, хорошо. А как его бить? Так, подожди. Синька у меня есть желтым, там куча желтого, и есть красные. Может, это? Типа вот эту штуку зарядить. Ага. Так, хорошо, я понял. Значит, в него стрелять не нужно. Да, только в него еще попасть нужно. То есть, когда он туда идет, получается, вон туда, да? Нужно захерачить, хорошо. А когда он туда идет... Блин, не попал. Ну, там удобнее всего. Хотя вот тут можно тоже. Попал. Ой, блин, ну и миссика тоже, конечно, интересна. Оу! Уйти из рифта прентерентерентетес. А чё портал не работает? Не понял, а чё портал... А чё портал не работает, кстати, да, вопрос. Очень охерительный, наверное, вопрос. А чё портал-то не работает?
Ладно, мать его так. Этот портал. Погнали, тут и так 20 минут целый уровень. Как всегда. Короче, наверное, я не буду на миссии с собой брать всякие херни, потому что мне там энергии уже мало. Видите, какие миссии пошли в конце, что энергия не добавляется нихера, только убавляется. Я их сохранил, но при этом они мне не добавятся. А может и добавятся. То есть я всегда в минусе. Каждую миссию, если я беру с собой какие-то штуки на этап, то я в минусе. Смотри, у меня же 400 осталось, а у меня было 600. Или 500, не помню. Так, что у нас тут по 44%, половинка почти, да? В принципе, можно взять только что. Маскировка зачем? Сколько это стоит? 16. Давай вот это возьмем. Блядь, это дорогое же у вас тут все, чуваки. Стоит просто миллиарды. Конечно, радар стоит 8, потому что он самый бесполезный. Ладно, у нас осталось еще 3, да? Блин, 3. Где этот гребаный уровень на 3? Вот он, 21-й. Пески Адамс. Пуски Адамс, шмуськи Адамс. Хорошо. Двадцать первый уровень. Блин, как еще долго это вообще? Пустыня, последняя оборона Тараншея. Давай это будет вообще последняя миссия. Вообще будет классно. Ой, что я нажал? Что-то нажал. Но ничего не произошло. Не на время, я надеюсь. А пересеките канал, чтобы добраться до острова, где хранится ЛСС. Так, вроде не на время. Хорошо, спасибо. Что у меня есть? У меня ничего нет. Ты ко мне? А это что такое? Это уже сразу портал куда-то. Портал с мостом желтым. У меня нет желтого. Давай. Так, побежали искать желтый. Что это такое, куб красный? Что он делает? И... Окей. А тебя надо так же делать? Короче, тут жопка залазит, а там жопка вылазит. Окей. Все понятно. Сделали мост таким образом. А какой смысл, блядь, в этом был всем сейчас? Что, по порталам мне летать или чего? А, блядь. Ладно, побежали сюда, посмотрим, чего тут. Синька есть. И зачем мне синька? Что я буду с ней делать? Вообще не добавилось. А мне желтый так-то нужен. Может, этот портал можно разбить? Натуре. А тут уже... А, можно тоже, да? Блять, платформинг. Охуительный. Спокойно, верни мне все.
Ориентируйтесь на сигналы карты. Игрушка, конечно, прикольная, типа как постройки, но, блин, они такие бесполезные, все это можно было бы не делать. Там собрать энергию, чтобы построить, блядь, мост, который здесь и так должен быть. Да что, убейте главного терракона. Опа. Подожди, а может это уже финальная миссия? Мне наврали, что у нас 20-32 серии минус 25 часов. Как это самое, 24 миссии. Сколько там было? 32. Короче. Ну вы поняли, да? Мне сказали, что тут 32. Или это я что-то мне приснилось? Или, да не, вроде такое как было. Так нет, стоп, тут три этих нужно. Это же не главный терракон. Терракон у нас главный на орбите. Что за херня? Пацаны, это я зря собираю, да? Я так понимаю. Конвертация энергии, зачем? Мне вон туда бы еще сходить пока что, чтобы главного терракона пока не мудохать. Или я его отмудохаю? Я же его не отмудохаю. Мне энергии мало. Да блин, зачем я это все собираю? Он меня сейчас будет пиздить, а я, короче... Так, хорошо, что с тобой не так? Товарищ. Он ракетками пускает. И вон там есть какой-то красный катается. Смотри, я так понимаю, его нужно разбить. Давай попробуем. Сейчас синхронизируемся с этой каруселью. Ого, блин! Так не сильно ты синхронизируешься. Так нечестно. Слышь, говорю. Чё? Как кто-то мне там сбоку еще херачит. Как он в щите, блядь. В смысле? А, лазер же нельзя трогать. Даже трогать нельзя. Сука, завалил. Пидрила. А миссия заново, да, если убивают? Тут же так? Или где я? Так, где я? Ориентируйтесь на сигнал карты, убейте главного. Да я понял уже, подожди, хватит. Ну я так бы это самое... Хотя это лучше пока не конвертация энергии. Зачем? У меня энергии вообще в принципе нету. А пошли пока не туда. Пошли пока картриджи искать. Может наберем хотя бы это, энергии какой-нибудь. Вот тут ничего нет? Нет. Хоть помощнее, может, буду валить, а то стреляю он как какашка, блядь. Хорошо. Сейчас соберем. Так это да, в натуре башка это, главный терракон, блин. Может это последняя миссия, реально. Ну только его нужно завалить. Если последняя миссия, какой же я кайф получу. Наверное. После того, как я ее пройду. Бля, набухаюсь стопудово. Бля, никогда в жизни не набухивался, реально. Так что мне незнакомы эти ощущения, когда ты идешь и ни хрена не понимаешь, где ты, и потом на следующий день ты ничего не помнишь. Я такое не знаю. У меня такого не было. Так, полезли наверх. Где-то тут что-то было, вон. Синька. Синька большая. Где ты там? Ящики, зачем? Здесь иногда много такого, что ты, ну блин, думаешь, вот нахера оно нужно. А оно тут для чего-то. Не, я понял, что там этот так. Ты же лежишь не там, где нужно.
Мне нужно как-то его забрать. Ну, по идее, взять вот эти штуки, нарисовать и двинуть сюда, походу. Но только она же разобьется, если я сейчас начну стрелять. Ну, ха-ха. И чё? А, вот эту штуку двинуть. Наоборот, типа. Нужно гору Гумагомеду подвинуть. Окей. Все, пойдет. Только у меня синьки ж так-то не хватит. А, не хватит. Так, 2К отряжайся. Я так понимаю, третий с этого ублюдка должен выпасть. По-любому. По логике жанра. Это должно быть так. Только мне энергии реально мало, чтобы мощно в этого чувака стрелять. Очень мало. Мне бы еще подсобирать, но тут вроде как не вижу, где больше. Вот тут и разве что может что-то еще быть. А тут жизни, да? Ну, сука, да. Ты нашел секрет. Ты молодец, ты красавчик. Ну, сейчас это будет сложно. Завалить его сложно, когда у него... когда у него куча жизней, а он там еще и в щите. Все, больше ничего нет, да? Ну, пошли, попробуем завалить. Только надо сохраниться, чтобы не тратить все время. Зря. Все равно я его когда-то завалю. Хоть так, хоть иначе. Так, главное... Опа, привет. Так, главное не брать жизни. Тут у нас есть одна-две. А зачем конвертация? Подожди, чем его нужно бить? Какой цвет ему нужен? Лучше всего. Красный, синий или зеленый? Синий. Давай красный, желтый в кра... Стоп. Там какой? Красный. Желтый в красный? Да не в эту штуку стреляй. Красный в синий. Попробуем так. Ну типа. Попробуем сейчас так. Давай, если что, потом поменяем. Бля, что тут летает? Так, тихо. Я спокойно. Чё там? Чё-то он как-то себя не так ведет, как только что вел. Перед этим. Он щит подрубал, тут не подрубает. Ну, в невидимость падает неплохо. Подожди, синька что-то его слабо, очень слабо мочит. Мало урона проходит ему. Блять, у нас спринтер такой четкий. Чувак просто спринтит. Ай, блять. Да мне сколько тебя бить? Да блин, жирный.
Так, хорошо. Что-то же долго очень я с ним дерусь. Я вот не понимаю, ему урон проходит или нет, вот не могу понять. Вроде с него ошметки летят, а вот урон проходит или нет, непонятно вообще. Может поменять синьку на красный, например, сейчас? Попробовать. Потому что он красные волны испускает, давай попробуем на красный поменять. Хер просыш, короче, не знаю сейчас. Будем разбираться. Ну блин, он вроде урон получает. Сколько тебя бить-то? Оу! Чё такое? Чё ты так крутишься-то резко, чувак? Блин, да ты заколебал. Постоянно в невидимость ходить. Да блин. Давай, столько с тобой танцевать-то. Чувак. Ай-яй-яй. Вот, он в щит попал. Пошел в щит, короче. И что, когда его бить? Если он постоянно в щите? Он наперед, сука, стреляет, какая падла, смотри. И что мне с ним делать? Он-то в щите постоянно. Так, пошел я хильнуть, короче, нахер его. А что делать, если он постоянно в щите? Он-то в щите постоянно, алло. А чё за прикол? А щит-то желтый, может желтый теперь нужно переключить? Да ёпта! Юмать! В желтый нужно переключить. Так, подожди, красный на желтый. Давай попробуем. Только сложно будет зайти, он очень сильно спамит. Сильно быстро, долго... Да нихера! Блять, все заново. Так-то я не знаю. Синька, 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 синька. Давай синьку в красный. Переименуем. Пробуем красным болеть. Сложненько, сложненько, сложненько. Я не пойму, как что, когда он в щит уходит, что ему нужно делать. Пойму, когда он в щиты уходит, что нужно делать с щитами, когда он в щите. Он постоянно спамит этой атакой. И урон не проходит. А может и проходит, не знаю. Сейчас не пойму, как его бить. Может зажать кнопку надо, я хер его знаю, типа атака. Типа зажать кнопку атаки может быть, не знаю, это предположение. Чувак, да хватит в щиты нырять-то, блядь. Заколебешь. Вот, опять он в щите уже сразу же. И
Плюс еще и лазер этот долбанный. Что нужно делать? И он, блядь, попадает еще, сука, так нереально. Давайте, если бы не этот лазер ебаный, и так эти штуки бесят. Опа! А почему красным надо было? Я ее победил? Нужно забрать все ЛСС, я понял. А я ее победил, нет? Я что-то быстро. Красным нужно было тупо валить, да и все. И он так-то тухлый оказался, да? Так у меня красные есть. А мне нужен красный, да? Чтобы ворота сделать. Кажется, красный. А где выход-то? Уже забыл, пока с ним дрался. Выход. Где? Давай карту посмотрим. Фу, где у нас... Блядь, не та кнопка. Где у нас выход-то? А вот, да? Наверное. Погнали. Так, ну я этого башковитого-то завалил. Но это же не тот, который на орбите, правильно? Это же не тот был, который на орбите. На орбите это же самая главная босня. А это не главная босня, это типа мини-босня была. Но, наконец-то, за всю игру хоть один раз попался какой-то босс. За всю игру, блядь. 21 уровень, мать его. И первый босс. Ну, там были такие, типа, мини-паучки какие-то дебильные, да и все. Но это не то. Ладно, завалили его, хорошо. Скажите, что это последний босс, пожалуйста. И титры меня пустите. Сейчас, так, это будет последний залп. Давай, и хватит. Давай, Кседа, давай. Запускай и пошли домой. Да блин, он уже еле держится на соплях. Ну? Ну? Да блин. Что, опять свалил или что? Да он же вроде не свалил, развалился нахрен вообще. На молекулы. Там уже нечему сваливать, там одна голова осталась это в космосе. А дышать в космосе нельзя. Да блядь. 48? Чё так мало-то? Да блин! Ну конечно, где я сейчас? На Юпитере. 22 уровень с этими, да? Это назад. А, ну да. Пока что одна миссия у нас, да? Угу. И у нас нету спутников. Нет, есть спутник вот один. Даже не один. Ну ладно, давайте тогда на этом закончим. Думал, последняя миссия будет так прикольно, но нет. Провалился мой план набухаться, короче, ладно. Все, ребяточки, всем спасибо за просмотр, ссылки в описании под видео, комментируйте. И всем до встречи в следующей серии Терракона, будем Юпитер штурмовать. Все, всем пока.